3, 2, 1, поехали. Virtual World. 5 минут 56 секунд у нас на этот участок. О, хороший цикл, повезло. Да. Все, за раунд. Я смотрел, как Фирал делает, они просто заходят в игру, зажав вправо, и начинают сразу же, как только зашли, и это дает им пристойный цикл. Ну, нам пока это, блин, не настолько, по-моему, важно. Ну да, это так. Нет! Надо было чуть-чуть раньше. Нет, смотри, смотри. Как рассинхрон, кстати, нормально? Вроде пристойный. Не обратил пока внимания. Ну, вроде да, по-моему, ты на платформе даже ехал. Я наверх. На эту кнопку, кстати, можно нажимать очень позже. Через стенку можно пролезть, сделав два леджа. Здесь вот, и потом перепрыгнуть через стенку и направо встать ледж. Ок. На харде тут очень тонкий тайминг. Ну, в смысле, ну ты понял, на мастере. Чёрт! Я не попал в цель. Вижу. Я даже не знал, что она там есть, вау. Еще раз. Нет, еще раз. Что-то как-то это не собрано было. Ну, это считанные секунды потеряны, это фигня. Пока что. Пока что. Бери-бери, на сейв. Когда-нибудь ты вспомнишь идти просто на сейв здесь. Да. Я верю. О, это было быстро. Да. Короче, я тоже подсмотрел страту, как делать. Ну ты можешь мне подсказывать, типа, заранее идти сразу на сейв, там, ну это же ненормальная тема. Ну, я тоже за... Блин, столько следить во всем. Все есть. Что-то ну, это... да. Не подумал. А, здесь еще надо. Блин! Нормально, ты можешь... А, начинай ссориться. Ну, блин. Оптимизировал, называется. Ну ладно, пока не критично. Я ни разу по ним не промазал. Я вот тут тот раз умер, так что мы сэкономили. Вот этого не было раньше. Причем вообще ни на одном из забегов. First strike. World first strike здесь налево. Точно. Я еще, по-моему, ни разу не завафлил на спидране. У меня регулярно пока что. Как-то я тайминг не прочувствовал, когда слепую надо прыгать. Давай. Да-я-я-я. Хей, Feral Ship. Hey, Feral. Хорошо, Сайбер. Живет пока. И хорошо. Хороший босс. Мне нравится. Good. Отлично. Давай, твой шанс пройти быстрее меня. Да. Есть! Впервые. Оу-оу. Плохой рандом. Да. Я внезапно оказался. Не, у меня реально... О, был плохой рандом, но я
быстрый герой. Блин, да. Так. Да ну рандом. RNG, please. Ну хоть здесь хорошо пошло. Черт, черт, черт. Не понимаю, в чем проблема, просто зажал вправо. Стоп. Я рано нажал сплит, а как отменить? Я забыл какую кнопку. Ну блин, ну это уж какие-то... Потом затаймишь, я не знаю. Ну, я вроде нашел, как отменить сплит, но чуть-чуть рано... Чуть-чуть запоздал в итоге. Нет. Ладно. Все равно гол сплит, кстати. А... А-а-а! Стоп, я думал, это я. Блин. Что-то не пошло. Помнишь, как на практике мы с первого раза его пошли? Вдвоём. Да. Разве с первого? Да, с первого. Нет. Или да? Вроде да. Но если только в самом... А, в самом начале один раз умерли еще до жёлтой. Да. Тихо! Как это прокидать? Мне рестартить или... Нет. Блин. Можно резать сделать? Ну, это, наверное, не так важно. Мы резец в смысле всего забега? Ну да. Ну, можно, я не знаю. Не, если не хочешь, не надо, я же хотел Камилю делать. Когда-нибудь. Ну, посмотрим, если сейчас все хуже и хуже будет. Mm-hmm. Ладно, давай, если это не победная попытка, то рестарт. Но постарайся. Привет, конфет. О, нет. Похоже, мы застряли с этим плохим временем. Знаете, что он не убивает? Кажется, когда появляется надпись Stage Completed, то вообще нигде умереть невозможно. Ну, общее время плюс 53 секунды. Плюс 52? Плюс 53. Да, ну... Научился ты это делать стабильно. Не очень сложно, когда поймешь как. Просто сделай bad apple для сейва, и мы восстановимся. Ну да. Так не брать сейв. Не, телепорты сначала. Я сейчас возьму сейв ресет. В смысле? Не, телепорты надо сделать, тут стенка в конце. А-а-а. Блин, зачем это сделать? После этого... стенка пишет. Все. После этого пересадишься сейчас. Угу. До первой смерти, да? Да.
блин, на Сюрикене, короче, умер, или как это называется. Ну, короче, после первого сейва там, после самого неприятного гейта, который такой, как в этом погоне. Ну, да. Это, кстати, даже лучше, чем я думал. Я думал, там на гейте я умру или где-то. Ну да, обычно на гейте умирают. Ай, ё-моё! Подумай о бонусе, если... Если Боже, ты сделаешь подяпл с первого раза, тебе не надо будет проходить этот сегмент. У меня какая-то срань в чате. У меня стримкуб спамит очень жестко, но я не могу на это отвлечься. У меня даже ачивку в ротоне чате дали. Ачивка в ротоне. Лол, да там он спамит там по 10 сообщений в секунду. Пустых. Ну, Риша, я могу проходить, пока можешь решить эту проблему, если это быстро особенно. Ладно. Какого хрена? Все, перезапустил чат. Ну откуда? А, лол. Что? Что такое? Я не взял этот сейф, зачем я это сделал? Лучше взять. Ну что-то это не пахнет хорошим забегом. Возьми сейф. Где ты? Я? Блин, нет. А какой сейф-то? Вниз, наверное. Да почему вниз? Потому что бэдэппл делать. Мы же не сделали. Да меня, я, короче, что-то выбился из колеи, я тут с этим чатом. А, мы всегда в таком порядке делаем. Телепорты, ты делаешь бэдэппл. Потом мы делаем бэдэппл, если ничего не получилось. И потом делаем бомбу в конце. Да ну, блин, я чувствую себя бесполезным. Я на самом деле очень много тренировал этот сейф. В смысле, этот сегмент. А, умер. Не, я не бесполезный. Ну ладно. Мы не взяли все сейвы с первой попытки. Really? С ником стрельбом спамил. 16 пикселей невозможно. Ладно. Неправильно. Не важно, надо было брать. Блин! Или... Давай, там можно. Я верю в тебя. Опять неправильно поставил. Нормально. Говоришь, второй уровень надо было нормально пробежать, да? В прошлый раз на этом месте мы слили сразу три. Очередность другая, по-моему, была. А, нет, ты просто спрыгнул раньше меня. Обычно я же на платформу выхожу. Ладно.
Хорошо, что мы оба не взяли пистолет. Черт. А, все, взорвал. Тут физика чуть-чуть другая. Я не уверен насчет 16 пикселей и влияет ли это на другую физику. Горизонтальное движение это точно такое же. А, она тоже в 50 FPS? А, почти уверен, что да. Надо. А. Не, надо. Кнопки эти закрыты. Каждый раз по-новому прохожу. Я выработал уже страту, но она очень плохая. Каждый раз я думаю, идти по знакомой плохой страте или по незнакомой, но нормальной. Ну, пока я вроде не умираю на этом, то не пофигу на поиск страты. Ну, вон, каждый раз прохожу. Оу, надо же. Nice. Так, а что, мы прошли? Да. Как там по времени? Сейчас скажу. Ну, хорошо. Gold Split и минус 54 общее время. Угу. Ну, так. Ну, то есть мы 2 минуты выиграли. Сейчас, я потом скажу, сколько сегмента улучшили. Сейчас пока не могу. Чё за... Ты взял, о боже. Минус 1.48 сегмент. Ну, я же говорил, он очень плохой. То есть, а мы сейчас-то плохо довольно там местами, так что еще улучшать. Улучшать. А, здесь же можно было сразу налево, ну ладно. Очень плохая базука, ладно. Овцы, пожалуйста. Все идет. Традиционный слив на этих штуках. У меня, не у нас обоих. Не, ну все, мы прошли просто. Нет пути умереть. Ты что, издеваешься? Ты хочешь сказать, ты умрешь на этой атаке? На этих уже. Ну или тем более на следующих. А-а-а! Я чуть не завоплил. Ладно. Здесь надо оптимально идти. Стой там где-то. Стой там где обычно. Стой там где обычно. Если что, ты собираешь за все. Ок. Зачем я это сделал? Ладно. Привет, Михаил. Нормально. Блин, мне
внезапно забег стал хорошим, мы еще отыграли. Ну, я помню, что если с первого раза этого босса брать, то можно было выиграть еще минутку-другую. Чего, у нас будут все шансы его испортить. Gold Split сейчас. И, кстати, Gold Split именно потому, что по строте еще хорошие пошли. Хорошо. Так. Так, ты идешь на скип, я иду налево. Да. Ну да, тут особо нет смысла. Могу проходить сегмент пока. А, ты пропустил. Блин, я думал. Ладно, то же самое. На скип я налево. Есть. Ты можешь встать на вот этой платформе, я не взял ее, и прыгнуть с места оттуда. А ты меня что разрушил-то? Не знаю, когда это произошло. Вот сейчас я знаю, как это происходит. Блин. Мне лучше первым разрушать, потому что дальше моя работа. Ну это да, но это пока. Ну это, блин, это надо было потренить, мне неловко пока. Ну это... да, надо. Ну можно будет потом. Так, мне только одну, да. Короче, предыдущий сегмент у нас минус 1.53. Именно сегмент. О, смотри. Где я? Не важно. Стоп, как минус 1.50? А, это по сравнению с именно предыдущим забегом. Фух, кажется, я научился делать это место. Ну блин, меня сейчас бомбочка затроллит. Нет. Это не бомбочка, это мина. Ну не так, not like this. Like this. Okay. Главное не страдать фигней и не сойти случайно со своей кнопочкой. Это очень важно. Я могу стрелять, но не могу прыгать. Я не знаю, обратно мне тут слишком опасно сразу идти, мне все равно лучше выждать цикл тут сюда. Как знаешь, я все равно умру сейчас, ты не можешь. Ок. Вот. Да-да-да-да-да. Я уже вроде помню. Тут можно нам обоим брать телепорт, быстро перефигачиваться налево, а потом ты можешь взять левую бомбу. Блин, забыл. Страшно. Налево, 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 налево. Угу. Есть. Чё я не так сделал? А, первый кружок выше. Да как? Ты можешь прыгнуть и сразу телепортнуть. Точно. Не умирай. Тут не важно. Ну. Ой. Твой любимый сегмент. Наш любимый сегмент. Зараза. А, торможу. К
как этот прыжок делать? Я вообще не понимаю. Первый хотя... прыжок высоко, но не очень высоко. Второй прыжок тоже высоко, но не очень высоко. Тайминг на оба прыжка там, ну, не полный. Да, дерби стрима. Я же. Обманчиво. О, угол обманчив. Угу. Дверь углу. С первого раза пошлет. Ты... Пока третий уровень хорошо идет. У нас есть все шансы испортить его на этом сейве. Нет, этот сейв мы с первого раза пройдем. Ты всегда так говоришь. Когда-нибудь это станет правдой. Но конкретно сейчас. А, я же говорил. Ну, ладно, наверное. А, блин, сейчас возить тебя. Mm-hmm. О, я знаю, что я делаю. Чё? Не двигайся. После спидрана стрим кончится? Нет, скорее всего. Планирую к 3. Блин, ладно, неважно. Я хотел провести тебя через 16 пикселей слева. Нет, я видел, как на спидране Ферл это сделал. Когда-нибудь я это сделаю. Или готов. Или не сделаю. Но попробую. Точно. Сколько это сэкономит? Секунд 5? 7? Если сразу сделать, то очень мало. А, поправься, если. Я верю тебе. Нет, ну так хорошо было. Дурацкий сегмент. Да, реально. Да блин. Все, ты его делаешь с ним. С этого момента. Да ну, я последнюю колючку. Да, ну пожалуйста. Да блин. Молодец. Хорошо, что я стал это с первой попытки делать. Вот эту фигню. Я, блин, рано нажал только. Ладно. Да, здесь хорошо пошло. Давай. Я на всякий случай пойду. А здесь есть скип, где надо под эту стену с конфеткой повернуть и идти вверх. Ну как ты под нее попадешь, интересно? Проще показать. Ну, не важно. Ну потом, да. Блин, ну неудобно, что-то как-то было. Не, она не исчезла еще. Нетерпение убивает тебя. Ну извините, это спидран. Сойти можно, я думаю.
Ну, пробуй, давай, ну, есть. Стабильно стало получаться эта фигня. Че, first try, что ли? Да. А много сэкономили, сейчас скажу. Потом скажу. Очень чистый стейдж 3000. Но только на конфетках немножко следит. Хрена там урона мы нанесли. Можно вообще убить. Да? Да это точно? Да. Но это вот прям фрейм перфект практически. Mm. Ну, близко, сложно. Но реально, реально. Минус 4.59 был сплит, а сегмент минус 2.10. Гол сплит. Сейчас 32 минуты на таймере. А, слева, слева он будет. Слишком задалеко от меня ушел. Ну да, ну, это проблема. Так себе, ну ладно. Сейчас будет вторая фаза. Точно? Непонятно. Окей. Блин. Косяк. Да черт. Ну, я расстроился. Ну, даже если бы ты выжил, ты бы не смог убить его за один цикл. И что? Ну это, конечно, было бы лучше, но все равно хреново. Надо же где-то улучшать будет время на следующий забег. Прыгнуть заставил, говнюк. Рип голд, но время еще есть для улучшения. Для того, чтобы его слить. Сейчас недавно. Ракеты слева, справа. Да. Ну, уже лучше. Нормально, уже один снесет, я думаю. Пожалуйста, сделай атаку с ракетами. I'm the mightiest, please. Блин! Только не в лицо. Какая-то выглядит у меня опасно из-за рассинхрона. Не есть что-то. Это не опасно. Это очень просто это. Сойдет. Пять минут. Просто проходимся без смертей. Угу. Ну, совсем чуть-чуть сегмент мы это по сравнению с прошлым забегом. Мы слились от него.
Плюс 7 секунд по сравнению с прошлым забегом. Ну, по-моему, в прошлый раз мы убили... Ой, я забыл взять дурацкий скип. Надо, чтобы кто-нибудь один делал скип через плейн, а другой нет. Не, лучше, чтобы оба делали и чтобы обоих получалось. Ну. Тут можно сильно оптимизировать сигнал, кстати. Ладно, сейчас пока по-старому, но здесь можно на задний прыжок проходить. И здесь можно. Я думаю, надо будет в воскресенье, может быть, даже в субботу, сделать забег по всему платформингу и оптимизации провести. В некоторых местах можно выиграть, ну, секунд 20. Блин, дропгейт, нет, ну ты понял. А, со второго раза. Я на экране хай. А, не взял. Я не взял. На экране хай. На экране каком? Где хай написано. Понял. Не взял то. Я сейчас на сейв. Все, я взял. И внизу под ресетом одна монетка осталась. А. Я возьму, не важно. Не возьму. Блин, а я рестартнул уже. Да. Окей. Сложная монетка. Все. Блин, ну... Есть. Хорошо, быстро. Хорошо. Чёрт. Хороший цикл был. Чуть не завафлил. Но здесь мне лагать ничего в прошлый раз. Сейчас все нормально. Именно FPS? Да. Но из-за того, что не рестартнулся. Есть. В центр, встань. Блин. Ок. Поспешил. Присед. Нет! А, ну все, ты идешь, да? Оп. Дар проапгрейдился, без слов понимает. На платформочках. Можно. Нахрена я сейф взял, неважно. Вс.
Все нормально. О, блин! Взял бомбу. Стоп, я что-то не понял, а как ты это сделал? Ну типа ты не попал? Нет, краешком после телепорта задел бомбу. Блин. Рип. Я даже не знал, что это возможно. Я рисую. Надо было все-таки мне, ну ладно. Так. Все готово. Надо наверх, да? Что-то. Да. Возьми сейф, я покажу. Ну здесь все понятно, через эти стенки просто телепортишься. А. И здесь надо прыгнуть повыше над бомбой и перепрыгнуть ее. И все. Теперь ничего страшного, у тебя все еще есть телепорт. Прыгнуть между бомбой и телепорт. Блин, ну. Не, давай ты пойдешь, ну. Ладно, хорошо, в следующий раз я пойду. Ладно, потренируем. Ну, хорошо, хоть здесь не умираем. Да, надо будет все-таки потренировать мне тоже скипы. Я вообще не знал, что это происходит. В смысле, я не знал, что это опасно. Хоть какая-то опасность этого, если к этому внимания не уделил. Не уделил. Я резетую. Угу. Стоп, а что мне надо сделать? Вниз прийти и нажать на кнопку. А, точно. Я немного путаюсь. Что-то не пошло. Ну, бывает. Окей. Окей. Запомнили. Отличная страта. Я резетнул. Да, я увидел. Камилия. У меня этот сегмент плохо получается, так что... Сразу. Как в прошлый раз? Тебя нет. Блин, тебя все еще нет. В смысле нет? Ты здесь? Ну, тебя нету на экране. Понял, меня... Ну, надо ресетиться. Да ладно, давай жить. Ну, короче, весь сегмент так. Соло кэрри. Я умер. А. Есть? Да, да, я даже смерть видел. Ну, смерть показалась. И чё я умер? Резет бежал. У нас же общий резет. Что? Что? Где что? Кого? А, я понял. Я чё-то сбился. Там, по-моему, там оказалось... Я даже не знал, что он рандомный, этот цикл. С коробками. Ну да, Лемега не смог определиться, это все-таки Камилия или Магнанаймити.
Но точно не Кирби. Кирби нет Secret 5. Вообще-то Магна Наймити тоже. У тебя хорошо стало это получаться. Ты лучше должен к тележке активировать, а я сейв брать. По идее. Логично, да. Заранее прыгать. Ага. Лучше. Все-таки. Окей. Ладно. Что? У меня... Че? У меня два цветка на экране сейчас. Зачем я... Не, я не понял, что у тебя? У меня два цветка появились на экране. Я не знаю, почему я попытался это проходить. В смысле, они еще не синхронные, что ли? Нет. Вау. С задержкой сначала. Хардмод. Он же появился еще раз. Мне интересно, как это на мастере. Надо будет там стало все-таки пройти. Ну. А прикинь, вот этот будет с наводящимся яблочком. Разве что. Скорее просто как в Камиле будет ускорен. Да, наверное. Серьезно. Ну, серьезно. Почти. Привет, Мистик. Эй, Мистик. Ну вот это уже было сложно. Давай. Почему-то после первого слива намного хуже дальше идти. Окей. Ну, мы вместе слились. Ну да. После Crime and Punishment Dice вылетает. Кости. Чё после Crime... Чё? Чего-чего? Куда? Всё нормально? А, сейф взять после Crime and Punishment. Давай дойдём сначала. Это сейчас было близко. Сейф. Тут есть скип. Ты проходи как обычно. Это не скип. Ладно, не важно. Нет, не скип. Да что? Окей. Окей. Невозможно. Никогда не надейся, что я это сделаю. Да что за хрень? Но иногда это может произойти. Кто-то должен играть нормально. А, поторопился. Да. Правильно ведь? Угу. Надо тут мозг, чтобы сработал нормально. Я все время ну не то что путаюсь, я долго думаю, какую ставить. Ну да, я как. Надо просто запоминать не то, что кто что делает. Мне нужно. Угу. Beautiful. А просто какие блоки надо красить. Привет, Роксола. I fucking suck, okay. Нет. Ну как? Я там никогда не умирал. Ну да, сейчас явно после костылевания после костылевания кровь.
То есть начиная с костыля. Нет. После сейва, первого сейва на костыля. Вот так. Да что? Как? Почему? Что? Блин, бред какой-то. Протащить бы сюда телепорт. Протащить бы в каждую комнату телепорт. Спасибо. О, у меня опять нет прожектора. Я не знаю почему. Ну, видимо, какой-то баг относительно стабильный. Я не знаю, чтобы у кого-то кроме меня он появлялся. Я не знаю, с чем это связано. Ну да, понятно, что это. Да. Жаль, если научиться его вызывать, было бы здорово. Хм. Он работает на мышках в Кастельвании и на вот этих пушках здесь. На каких мышках в Кастельвании? Ну, на феях. На бабочках. Я не знаю. Я умер. А, ресет. Ага. Этот сегмент... А, не надо ресет? Нет, 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 стенки не появилось. У нас этот сегмент был стабильный уже. Да, да у нас все, блин, было стабильно здесь. Мы сейчас играем вообще очень плохо. Все, закончили, поехали. Будет обидно, будет обидно Дементия убить с первого раза. Нет, не будет. Это будет признак мастерства. Не-не, все, все. Чё, мне тоже этот сегмент что-то идет намного хуже. Же подпрыжок, чё я его не делаю? Нет, это слишком сложно сразу тебе активировать это. Что-то неудобно. Вперёд? Угу. Я прыгнул идеально на месте, это все равно. Все, хватит. Не, Ну, я только что проходил стабильно этот прыжок. Надо было сразу проходить. Действительно. Ну, забег еще жив. Забег еще жив. Просто мы время потеряли, но забег жив. Сейчас 53-50. С первого раза. Поехали. Так странно, блин, что забег жив. Значит, там улучшать, охренеть просто сколько можно. Да. Саб 40 на 2. Дракула без ресета? Привет, Расти. Первый Дракула, да, без ресета. Но не умирай. Тоже не умирай. Фух, хорошо, огни будут уже, когда убьем. Нет, 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 нет! Ох, как я испугался сейчас. Блин, что-то он... нет. Другие огни. О, как это было близко, ой, как это было близко. Хорошо. Так, налево. Теперь на меня навесим, да. Так, это опасно. Это очень опасно. Вот это мне не нравится, когда происходит.
все есть. Так, что он сделает? Шажок вперед. Ну давай, ну давай. Тащим. Сложные атаки впереди. Успокойтесь, ВР не тот, что написан. Намного меньше сейчас. Так что нам, да, САП-1 надо. Сейчас меня. Сложная атака. Спасибо. Черт, я умер. На тебя все надежда. Фух, я не уверен, что это САП-1, надо до портала дойти, я не уверен. Сейчас 58.30, вроде бы оно, вроде бы оно. Давай, до портала. 58.30, одно, там секунд 20 осталось. Просто зажми вправо. Да-да-да. А, waiting for player рандомный. Ну все. 58.53. И gold split еще на Дементе. Ну это да. А, стоп, первой попытки, Дементия. Абсолютно с первой. Да. Абсолютно с первой попытки. Но, правда, можно быстрее его убить, если мы вдвоем. Если вдвоем выжить, так. Лол. А ведь забег был далеко не хороший, ну по факту. Ну там куча, куча было чем плохих сегментов. Третья стадия будет очень сложно побить. Вторая стадия была с проблемами, ну, можно минутку сократить. Да, третья очень хорошая. Четвертая стадия была отвратительная. Да, четвертая была отвратительная, вторая тоже такая себе. Хорошо. Good. Sub-1. Что? Sub-1 and percent. А, мне послышалось, что ты сказал sub-2. No. Sub-2 and sub-1. Run it again. Как там суббота будет английский? А, субботу? Ну, можно в субботу разу. Ну, то же так же, как сейчас. Один раз. Ну, да, наверное. Хорошо. Так, и... Топ. Сейчас, где, подожди.